Нормальной громкостью? Да, я сейчас выкрутил, я аж себя уже не слышу. Давай в Мильта Пауэр маленькую, пойдем. Заводик. Там все должно быть четко, гол. Похоже, все летят на маленький. Не знаю, еще посмотрим. Может быть. Если что, раскатаем, что попробуем. На крышу главное попробовать упасть. Если не получится, лучше не рисковать. Не успел разогнаться до конца, капец. Пацаны еще внизу уже. Не жестко обогнали нас. Так что давай-ка, наверное, вниз. На крышу уже куча тел. Ну, да, я вниз лечу. Я сейчас тут застряну еще 100% вот в этих штуках железных. Мне сразу... Тип прям здесь рядом. Иди нафиг. Ой, тип уже с вектором тут. Я понял. Приехали, короче. Я в контейнеры ломанулся. Сейчас по сверик. Один минус, тут тип с дробышом. Минус. Черт, оружия нету. Я не нашел. Не, аптек нету. Иди сюда, вектор забираю, пацана. За синим, возле меня один. В контейнерах. Блин, битый в хлам. Иди вектор забери на первом этаже. А где он? На первом этаже слева. Я вообще не живой. Минус этот тип. Блин, у меня по патронам. Минус еще один. Патроном вообще беда. Дайте этот аптеку кто-нибудь. 6 патриков осталось. Начать лутать. Блин, тут все уже я что-то... Я слышу, но на втором этаже бегают. Открыто что-то. Ярик, у меня оружия нету. Я понял. И аптеки нету, и хп. Стянись как-нибудь ближе к улице. Там вместе попробуем. А, две аптеки нашелся четко. Сейчас хелюсь и еще патроны потом. У тебя патронов много на векторе? Ну да, обоим 5. Нормально. Они по 13 штук, так что там. Ну нет, ну, хотя бы. У меня вообще 6 патронов осталось. Сейчас в этих будках, может, что-то найду. Тут, по сути, заряженные пацаны должны сидеть где-то внутри. Ну, на втором заводе бегали. Угу. А, один уже на первом бегает. Первый этаж. Выходил и зашел. А, вижу. Тут еще патроны на вектор возьми. Тут просто так они лежат. Блин. Давай к этим домам стянемся, потом к ним обратно. Блин, потому что даже уже подлутаться-то негде. А в эти дома не падали случайно? Тут же вообще арава упала. Возможно, упали. Ну, вроде закрыто. А что такое с чатом? У меня чат даже не обновляется. Или в него никто не пишет просто? Пишет. Не, у меня он стоит на месте, короче. Да чат, значит, перезапустить. Так, есть немножко патронов. Сейчас еще поищу, если найду. Идем. К пацанам в гости. Че с зоной? Нормально. Дробовяк. Дай мне дробовяк. Я чок нашел, хотя бы. Я тоже тут чок нашел. Тут нету нифига. На, дробовик скинул. Давай к ним. Обратно. Надо их убивать, не надо их выпускать оттуда. Дробовяк. Сдохнем, так сдохнем. Тут 9-миллиметровый нигде не находил? У меня тоже 9 миллиметров надо. А что у тебя? У тебя же вектор. У меня еще глок. Так дай мне, у меня нету ничего на дальняк вообще. Или вектор тогда мне дай. Нет. Ой. Ты бомж что ли? Что ты мне этот скидываешь?
скинул глок и 5.56. Что ты вообще сделал? 9 миллиметров, говорю. А, блин. А. Я не, то, не туда посмотрел. Я еще не очнулся, ну. Так, они уже убежали. Куда они могли убежать? На большой завод могли, по идее. Да, тихонечко. Зря ты, кстати, туда залез. Да, вот я тоже так подумал. Ползи дальше уже, вон дальше выползешь. Не. Ну, тихо, не топай. Мне кажется, они ушли... В нашу сторону вроде они не шли, значит, они ушли, скорее всего, на большой завод. Пойдем? Тут, если что, тачка есть на будущее. Можно даже прямо сейчас ее взять. Но на тачке мы спалимся, так что пошли пешком. Сейчас, дай-ка я чарик... Фу, Герик. Чарик. Черик. Чатик быстренько обновлю, а то, блин, ничего не вижу, что пишется. 5 сек. 5 сек, 5 сек. Так, все, гоу. У меня горста стоит. Ребят, стрим так рано, потому что на работу. На работу после обеда. Завтра будет нормальный стрим после обеда или ближе к вечеру. Скорее всего, ближе к вечеру, наверное, когда обновка уже нормально выйдет. Пойдем хайповать, обнову чекать. Главное успеть к забору поджаться. Если они сейчас выйдут, скинь с калашами и эмками, нам жопа вообще. Если они вообще сюда пошли. Ну, по сути, только сюда могли. Там с зоной. Мы успеваем, если что? Да-да-да, мы рядом же вообще. Вон тут шлем есть. Первый. Так, ну знаешь, что-то никого не видно вроде как. Давай поближе к ангару сбегаем. А, вон там баги стоит. Нет, тут точно кто-то есть. Не факт, что они, но тут кто-то есть. Вон баги стоит, видишь? Нет еще. Вон там на 15. Угу. В таком же гараже жестяном. Навесом типа. Угу. Значит, стопудово кто-то есть. Блин, какой-то бы ствол найти на дальняк и размотать. Там... Просто. По тебе? Нет. Нет. А ты уверен, что это баги не дефолтные? Не, баги тут не респаунятся. Не то, что баги тут нет, а вообще респауна машин. Можно просто тупо к тачке стянуться, да там подождать. Сейчас видно будет. Если что, у меня по хилкам вообще ноль. А, нет, есть дики. На одну аптеку. И пошли поближе туда. Подожмемся как-нибудь. Вышел, вышел, вижу, вышел один. Вижу, вижу, вижу. Давай. Что, давай, давай. Давай. Еще один там же. Между бочек. Сейчас, 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 у меня одышка, я бежать не могу. Вот здесь бочки впереди. На угу. Понял, 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 понял. Я ближе подхожу. Это же. Давай ты же ближе, а то у нас пистолеты, пулеметы. Я на горсте. Вижу его. У нас. Лутай его, я этого. Так, а этот ты куда отполз? Сюда куда-то. А, все, вижу.
Иди сюда, братишка. А, что-то у него не очень хорошее все. Очень плохая музыка, да? Очень плохая музыка. Ярик, имеется третий шлем. Очень хорошо. Если вас интересует это. У меня 5.56. И третий интересует. Рюкзак есть. Третий рюкзак. Меня бы 5.56 очень интересовали. Зона. Нормально. Тачка есть, сейчас уедем. 5.56, да, у меня есть. Ты чего у него забрал-то? Какой ствол? Я за него М-ку забрал в полном наборе. На, соточку. Поехали. Сатен Патриков. У меня глушак на М-ке. Я тоже. У меня есть пламегаз, если что. У меня тоже глушак. Ага. Так, голограф есть. Ой, у меня, кстати, вообще прицел. Что-то я затупил. Прицел не взял, по-моему. Ладно, 2х только взял. С 2х тогда буду. У меня тоже 2х. И там вроде еще были прицелы, я тупанул опять. Приехали же? Ай, как больно нога. Вот это отстой просто вообще. Тут тачка есть, нет? Ой, какая же тут физика машин убогая просто вообще. Ой, капец, зона, надо по-любому тачку еще искать. А у него аптек много было твоего? Вообще не было. Блин, у меня тоже. Одну аптеку сейчас. Ну, были, единственное. Съем и все. У тебя есть сейчас аптека-то для отхила? Да, одна есть, ты мне дал ее. Угу, вот, держи ее пока не трать. Короче, там... Примерно вот, когда будут жизни, как у меня сейчас... Ну, слушай, вот в этих домах может кто-то быть, да? Могут. Давай зайдем, лучше пролутаем их вообще. Давай. А потом где-то тачку нарулим. А то аптек нету вообще, что-то стрёмно без аптек. Я лучше бинтиками, наверное, отхилюсь. Ну да, ты-то можешь, я-то не добегал. Так, ладно, чё, сейчас буст приму и гоу. Пролутаемся быстренько. Там баги, кстати, была где-то на эске, в той стороне вроде. Я погнал. Давай. А, 5.56. Кар нужен тебе? Кар? Скар. Скар? Нет, у меня эмочка же есть. Скар. Скар. Пеничка. Вообще дом пустой. Такое чувство, что он даже облутан. Какая-то лажа одна лежит. Хотя нет, сковородка лежала. Сковородка. У меня тоже сковородка. Четыре икс есть. Забирай. Чё, плохо, зона опять очень далеко ушла. На тачку быстрее искать сейчас. У тебя броник какой, второй? Да. Блин, у меня третий, но он вообще не живой. На пару выстрелов. Ярик, время, полетели тачку искать. Я сейчас бущусь. Да, гоу. Она была где-то чуть левее вроде, баги. На N? Чё? Как? Чуть левее, где-то SE примерно. А, вон она, на краю электричества стоит прям. Давай на ней. Других вариков нету. Куда еще зона вот пойдет, вообще ни хрена непонятно.
На большой или на маленький остров? Дай-ка тоже будет выпью сейчас за одним. Беги за тачкой, беги пока. Привет. Че такое стримишь? Дальнобойщик, приветик, приветик. Спасибо за донатик. Вечером, потому что я не могу, работаю, поэтому... Поэтому с утра. С утра и в обед. Вот как-то так. Ту-ту-ту-ту. Забирай меня, Ярик. И пересаживайся сразу. Забирай меня скорее. Едем прямо по дороге, надеюсь, нас не раскидают. Прямиком через город. Что-то я не хочу по этим грядкам ездить опять. Тачку ушатать. О-хо-хо. Шикарно. Отличная игра вообще. Тут моцик лежит. Да ну нафиг, я уж... На баге-то что-то нам не везет, какой моцик? Это сразу... Не, ну, в смысле, может тут кто-то есть. Сразу убьемся. Капец, на какой-то вонючей фишке так перевернуться, ну чё за бред? Они вообще должны быть такие, типа, прозрачные с текстурой, чтобы вообще их не задевать. О, тут труп лежал. Да, видел. Опасненько, значит, тут опасненько. Давай-ка сразу ближе к берегу, наверное, и там посмотрим этот... лодку, может. Что нам, скорее всего, нужна будет лодка уже. Вряд ли зона будет на большом острове. Вижу лодку. Да-да-да, есть. Так. Давай в лодку. Сейчас. Мне захилиться быстренько, погодь. Давай-давай-давай. Блин. У тебя есть энергетик? У тебя что, нету? У меня одно были удаляющие, все. Так выпил бы его, кажется. У тебя хп-то. Все равно немало отняло, а нормально. Так, а прикинь, сейчас будет справа. Ладно, как раз сейчас прочекаем. Хм. Я предлагаю сразу вот эти дома, наверное, занять. Давай. Или левые вот эти. Ну там явно кто-то есть. Где? В левых? Или в дальних? Ну, тут где-то есть. Или в ближние все-таки? Давай лучше в ближние, наверное. Гоу. Угу. Тоже могут сидеть уже аккуратно. Угу. Да меня больше смущают эти... Кто? Лес слева справа. Да в лесу-то вряд ли. Ну хотя, блин, тогда вот эти крысики, помнишь, сидели. Кстати, сейчас дроп может прямо на нас скинуть. Давай чекнем. Вдруг недалеко скинет. Быстренько залутать его. Давай, кидай прямо, прямо на лицо. Пойдем? Давай, побежали в насрать. Это же все-таки у нас разминка. Первая катка. Блин, я так клево залутан, у меня полная М-ка, фулл сет. Если нету снайперки, значит и хреново залутан. Так что побежали. Туда баги уже едет. А есть еще одна баги, давай на баги к ним прямо. Прямо в замес. Ярик, быстрее, пожалуйста. Или примем их? Не, давай лучше пешком примем. Они где-то здесь, просто за горой прямо. Давай я тебя жду чуть-чуть. Главное, чтобы они на тачке не слиняли. Так, второй броник, дай-ка я его возьму, то у меня третий. Пошли, 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 пошли. Фламину ушатанный. Подожди, вот здесь они. Три сек, я это, буст. Берег, быстрее. Я бегу. Давай, 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 давай. Мы должны отжать этот дроп. Туда два типа на баги уехал, и походу их, вот они, кто-то тоже принял. Этих ребят. Так, баги есть. Дроп пока не вижу где.
Только через лево, что ли? Может, лучше через справа? На возвышенность хоть какая-то. Снизу, типа. Минус. По мне кто-то лупит. Так, я вижу дроп. Пугались? Лежал? Обосрался. Я его убил. Капец. Сверху нам... В, к машине подходит, баги. Иду к тебе, Ярик, живи. Убил его. Еще один будет. Понял. Я отхожу. Тот может обходить, давай за мной. Их не видно. Штаны в траве были, капец. Ты чекал их? Ничего не чекал. Просто я понять, у кого дроп-то. Дроп внизу, там еще дача. Не, так его залутали, скорее всего. Кто залутал-то? Вот это я имею в виду. Так, у этого что, фигня какая-то? Ярик, аптеки собирай. А у этого скар с чем-то. Мне главное бусты. Ага. 8x. Не, у этих что-то нет ни хрена. У тебя 8x есть? Да. Прикрой снизу еще труп. Первого, которого я убил, возможно, у него. А возможно, тот, кто залутал, он где-то на СЕ за горой. Труп прямо у дропа один. Так, тут тоже 8x есть. Вот еще дача. Это 50. Нет, тут СКС-ка только. Давай к дропу тогда. Пробуем, да? Угу. Ну что, там еще труп лежит. Давай. Нам все равно в том направлении идти. Давай. Че, я полутаю? Или кто? Давай, лутай. Прикрой. Ну капец тут. Такой вот скорее всего, Ярик, если вот здесь будет. СЕС. Эту сторону контроль. Пулемет. Блин, ну его нахрен. Аптеки, как забрать? Не влазит ничего. Давай я возьму аптеки. У меня их нет все равно. Забирай. И пошли. Просто насрать на пулемет, у нас глушики. Лучше с глушиками работать. Да, и дома пошла как раз к этим вонючим домам. Пошли через верх. Тачка здесь где-то. В ближние дома, походу, едут. На НВ, которые. Остановились. Да, стопудово. Вон, вышли. Двое. А, 8х доставай. Блин. Достал. Давай ближнего. Давай. Кнок. Минус. Еще приехали. Где-то сзади, Ярик. Ага. А, за баги. Чуть дальше. Нет? А, где-то рядом вообще уже. Ты че, падла? Это он приехал? Не знаю. Не-не-не, дальше. 60, как и говорил. 60. Ага. Поднимается. Подожди, хил. Ярик, зона идет. Я понял. Он тоже бежит. Энергетики пьют 6 секунд. Того-то подняли, ты не смотрел? Кво? Вон он бежит, пошли. Там же мы двоих убили сходу сразу. А, двоих? Да-да, вот, тип впереди прям. Да, аккуратно, стреляй. Зачем? Я думал, он ближе, черт. Он же не видел нас, нахрена. Да он все равно не понял, где мы. Конечно, сейчас примет нас, да? Нам чтоб с домов не приняли. Прямо на него идем. Ну я знаю, вот поэтому и не надо было раньше времени по нему стрелять. Зона. Сейчас внизу будет где-то. Вон сидит. Минус. Зона у нас, если что, вообще норм. ХЕшек у меня вообще нету, слышишь? Один коктейль. Три коктейля Молотова. Выкинь их нахрен.
В желтых домах могут сидеть еще? Могут. Не в зоне как раз. Суть. Но потом они выйдут из зоны. Давай понизу, если что. Пока надо тут сидеть, пока не надо рыпаться. Сиди пока тут. У нас тут кроны нормально скрывают просто сдалека. Вниз спустишься, тебя сдали потом спалят. Пока тут сидим. Эрик, 10 рыл осталось, кроме нас. Надо топчик брать. Понял. Очень много сидят в домах. Вот в этих и в тех. В этих, наверное, кто-то и в тех дохрена сидит. Вот дальние, которые помечены. Скорее всего, сейчас, когда пойдет зона, очень много народу отсеется. Главное не сдохнуть в этот момент. А потом уже разобраться с типами. Дима, привет и напарнику с праздником. Ица, привет, привет. Спасибо огромное за донатик. Так, где-то на вэшке. И довольно близко. Но я не вижу. Не-не-не, не особо близко. Сидим пока. Контри, короче, низ, я вот этот вверх смотрю. С желтыми домами. Чтоб никто в бочину не пришел. Десять сек. С нашей стороны медленно зона пойдет, просто пойдем и все, так я этот энергетос принимаю. Пошли, тихонечко идем. Блин, желтые дома вонючие, давай левее. Блин, у меня на дальняк вообще ничего нет. Ага. 8 вижу, же типа, есть. Вижу типа 330 ползет. Кустики. 345. Вижу, побежал. Кнок. Вдали. Минус. Минус. Все. Зона. Эрик, желтые дома. Я понял, сейчас. Нет, с них никто не вышел, вроде никого нету. Так, зона. Да, прям впереди где-то на 300. Снайпер какая-то лупит. И смотри, я что-то ошибся. Никто не сдох вообще. Где вот они все? И нам надо бежать скоро. Зона не у нас. Опа, по мне. Откуда? Спереди, тот же снайпер. Да. Где-то В. Там дроп на 255. Вот, возможно, там где-то ошиваются. Возможно. Блин, теперь нас будут контролить и ждать. Одного вижу очень далеко. Пробую, время есть. Пробую работать на горе. Блин, он там в яму лег. Капец. Один на горе придет, сидит в третьем шлеме. Я ничего не могу сделать. Потому что в долбанной яме сидит. Так, время, Ярик. Пора что-то делать. Он отошел еще выше. Слышишь? Идем. Тут уже как повезет, короче. Тут уже на шару. Тип на горе и за горой, получается. Тут и ездят. Один близко, Ярик. 240. Вижу. Кнок. Еще один там слевее. Минус, мне хреново вообще. Капец, я столько нашил. Мне нужно срочно аптеку принимать. Я рекложусь и хилюсь просто. Вижу двоих. Где я? Не торопись. Хилюсь. 285? Да, 285 за холмом. Давай на высоту. Не понял, откуда. Тебя добирают или что? Нет. Можно спасти, в принципе. Я за деревом. И меня с 285 в ухо сбреют. Может, не сбреют. Откуда убили-то? Ползи сюда ко мне в низину. Давай сюда, Ярик, быстрей. Попробуй. Я просто не хочу рисковать. Реально там могут убить в ухо. Сюда ползи в низину. Время есть. Возможно, с будки. Они разбираются. Давай. Пускай убивают друг друга. Я тебя подниму пока.
Ирка, быстрей. Но оно долго ползет, гадина. Все, 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 сиди. Сразу хилься. И понял. Идем на гору. У нас очень хороший спот, надо занимать гору. Понял, 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 понял. Только сразу хилься, я тебя прошу. Ты все, 8 сек. И в гору. Пускай они дерутся пока между друг другом. А типы тоже на горе, типы тоже на горе. Мы их как раз зарашим по ходу, гоу. С горы, потому что были выстрелы. И право аккуратно. Это быстр... авик или что? Не знаю, просто быстро беги, чтобы тебя не попали и все. Они тут за холмом. В низине. Кнок. Не знаю, где второй. Слева, слева, слева где-то. Минус. В низину, в низину, в низину быстрей. А типа в сортире, наверное. Возможно. Если тех вот, которые были на 345 не забрали. Хотя там уже... Не-не-не, 100% сортир. 100%, Ярик. У меня есть молотовы. Блин, тут вообще хреновая позиция. У нас укрытий никаких нет, у них тоже. А, погоди, нет, не сортир. Обходят, где и мы пришли, где и мы пришли оттуда. Кнок. Убили. Биты, биты, биты. Убей. Красавчик, братан, красавчик. Просто красава. На размен. О, вот это топыч. Вот это топыч, ребят. Сходу просто. Сколько килов, Ярик? У меня 16. Чего? Ты что так, что ты фраги просто застилил? Какой застилил? Ты что? Сколько еще фрагов тебе? Чего, у меня в два раза меньше. Это жесть просто. Ну, тот, у меня аж руки трясутся, короче. Ты чё? Я повтор смотрю. И Антон, Ярику привет. Почему он? Я понял, почему он... Антон, доброе утро, доброе утро. Ярик, тебе привет. Вот Антон. Йоу, салют. Фу, потненько. Это потненько, ребят, было очень. Так что прожимаем лайкосики за такой топчик.